Ну, это не проблема. То есть я сейчас скажу, а вы потом договорите. По сути, проблема в чем? Чтобы привезти машину из-за границы и растаможить ее, нужно заплатить немалую сумму. Иногда она может составлять половину, иногда больше, иногда меньше стоимости самой машины. Если этих сборов не будет, соответственно, и производители, и вторичный рынок, они просто вынуждены будут снизить собственную цену. Так работает рынок, как только что сказал Артур. И тогда снижение цен ожидать можно. Пока мы не видим какой-то регуляторной полемики в этой части, имеется в виду из правительственного квартала туда, снижение цен, наверное, не будет.